все выглядит не так, как вы знали, ибо Наташа сперва вхуярила мне укол с ядом в жопу, а потом я выскочил из процедурного кабинета, попутно прихватив ее сумку в отместку. Я сорвал ее сумку. А на камеру попал тот момент, когда я сорвал ее сумку, а то, как она мне укол с ядом уже попыталась хуярить, это на камеру не попало, потому что камера была в коридоре 15-го отделения ПНД. В больницах убивают людей. Психушка — это квартирная мафия. Это черные риэлторы. Они убивают людей и присылают их в квартиры к себе. Вот, и все. У Тима Сергеевна были 15 квартир пациентов их семей. Мне говорил Баша Покровский, он из больницы того города, когда лежал. Он так сказал, у Тима Сергеевна были 15 квартир пациентов их семей. А Старков у меня спрашивал на камеру, в каком состоянии живут мои родные и как с ними связаться. Вот и все. Таким образом, кстати, убили моего друга и его семью. Он тоже проводил вопрос, как связаться с своими родными, друзьями, родными и в каком состоянии они живут. И Колю Лукина потом упустили на волю. Потом отравили его на родных. Сестра заставила переписать завещание на него. И она выкинула на улицу ночлежку. Лысенко спрашивал, где живет Лукин, я ему ответил, на слежке на Черной речке. И тогда Лукина не стало, его убрали как свидетеля. Симонов его тоже делал свидетелем тем, что рассказывал Тимофею Сергеевну и пациенту в 15-м отделении. Он возил кучу того с 15-го отделения, пожилых, молодых и остальных. И полживых дедов называл, помогал санитарам.